Самый первый проект на вот сам для Android, вот ну какой проект был, то есть Chance Roleplay или Chance Roleplay или CHANCE Roleplay, в общем-то закрылся самый первый проект на сам Android. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Вы знаете, я уже на протяжении некоторого времени рассказываю про вот эти вот всякие сервера для сампа на мобилку и делаю это достаточно, так знаете, частенько в последнее время, как я уже сказал ранее. И вот часто обсуждаю всякие вот эти вот сервера там с хороших сторон, с плохих, чаще всего с хороших, иногда бывает с плохих, иногда они примерно одинаково как-то собираются из всего этого. Я толком не вдавался во все подробности, но вы знаете, как обычно это бывает. Так вот, а в чем же вся вот эта вот новость данного дня. Дело в том, что вот как вы думаете, какой был самый первый проект на вот сам для Android? Вот ну какой проект был? То есть я сам, если честно, у меня где-то на закоулках памяти все это было, но я как-то вот этим не пользовался. Я как-то вообще это не вспоминал, мне это было незачем. И вот сегодня я не буду говорить, какое число, какая вам вообще разница, какое сегодня число, если это ну, не имеет особого значения. Когда вы смотрите данный видеоролик, тогда вы его и смотрите, как бы, да, поэтому, ну зачем? И вот сегодня я узнал, что был такой, знаете ли, проект Chance Roleplay, или Chance Roleplay, или CHANCE Roleplay. В общем-то, я не знаю. И он был, как рассказывает одно из более-менее, наверное, нормальных изданий, хотя, я не знаю, это же Rockstar бомбит все-таки, но его хотя бы не так зашкварно называть, как какой-нибудь там, знаете, Life, вот, и многое-многое другое. Однако, вот они выложили новость о том, что закрылся самый первый проект на самп Android и Chance RP. Типа, у них в последнее время были какие-то проблемы, они попросили финансовой помощи у своих игроков, у своих, вот этих, знаете, подписчиков паблики, еще где-то, и вроде как, типа, все на этом закончилось, или вроде того, и вот такая история была у самого первого RP проекта, и в комментариях почему-то все такие, типа, блин, жалко, блин, F там в чат, вся фигня, и вот, типа, все такое. Кто-то писал, типа, вполне ожидаем, кто-то писал вообще похуй. Но вы знаете, что я хочу обсудить, понимаете, в чем дело? А вот на этом всем рынке непонятно вообще, какие сервера становятся популярными. Вот на этом вот мобильном самповском рынке. То есть, это как-то все моментально произошло. То есть, я только, там, знаете, вот как это было, я только недавно узнал о том, что существуют какие-то вот эти вот, знаете, самп-мобильные сервера. Я вообще думал, что топ-1 проект в мобильном сегменте GTA Sampa это, господи, ну закрылся и закрылся. Бьюсь об заклад, там даже вот эти вот все скины бомжей новомодные были. Да, вот это вот ты хочешь нам сказать, да, тварь конченая, гнида, мразь. Ой, бля. А проект небезызвестного Андрона коллайдера Сукре, но оказалось, что это абсолютно точно не так, и какой-то Сан-Тропе появился. То есть Сан-Тропе я обычно это как знал? Это когда Андрюха Киевский рассказывал какую-то свою опять охуительную историю, и вместо того, чтобы сказать Сан-Тропе, он говорил Сан-Тропе, типа, потому что это вроде как было забавно, смешно и вообще модно, молодежно. А тут отдельный проект открылся с названием Сан-Тропе, и я такой, типа, блядь, что они, типа, как-то рофлят над Сан-Тропе или что-то такое, но оказалось, что никакой связи в этом нету, просто разработчикам захотелось так назвать свой проект, свой сервер, и вот он запустился, и вот он вроде как работает. И вообще непонятно, почему выбрали именно Сан-Тропе RP, то есть этих мобильных онлайн-серверов для GTA Sampa, их просто дохуище, их, блять, миллиарды. Прямо сейчас можно зайти вот в этот вот паблик, как он называется, Life Mobile, по-моему, да, зайти там в мониторинг и охуеть от того, как много всех этих, я не знаю, вот этих вот, блять, как они, сервера GTA Sampa мобильные. И почему-то популярным стал именно Сан-Тропе RP. И вообще, как так получается? То есть, оказывается, я вообще думал, что кто первый приходит в эту нишу, кто занимает еще, знаете, такое более-менее нормальное название, тот и выигрывает во всем этом. Но оказывается, что это не так, и Chance RP, видимо, все это подтвердил. Я помню, что когда я озвучил новости для Sam World, для вот этого вот всего журнала, то там вроде как мелькал этот Chance RP, вроде как что-то там у него было, что-то там еще. Вроде как, возможно, я ошибаюсь, потому что вот в этих во всех новостях для Sam World, в Samp News, там как
как бы было много вот этих вот всех мобильных серверов, всех и не вспомнить. Я точно помню, что там был, знаете, вот этот вот, как его называют, Monster Mobile RP, там был вот точно мелькал где-то вот в этих во всех выпусках Samp News, а сейчас, ну то есть, ну это вообще что-то абсолютно точно непонятно, и ты такой сидишь и такой, чё, блядь, Сантропе, что, блядь, Samp News, чё происходит вообще там, блядь, все остальное, и типа ты такой, ладно тогда, да? И если так, то тогда, ну, разумеется, ладно. И вот закрылся очередной мобильный проект в GTA Samp, и если кто-то хочет узнать мое мнение по поводу всего этого, мне как бы и похуй, и не похуй одновременно, потому что, ну вот, был этот проект и был, типа, был да всплыл, и какая разница, видимо, просто не выдержали вот всю эту конкуренцию, да, когда там Сантропе, когда там вот этот вот сервер Андрюхи Сукре, когда там все вот эти, знаете, прочие вещи, типа, ну вот ты на все это смотришь и думаешь, блядь, да кому не похуй вообще на этот сервер, то есть один сервер открылся, другой закрылся, как бы это всегда так было, это всегда так будет. С другой стороны, что если Сантропе, который сейчас является монополистом вообще во всей этой мобильной сфере, в скором времени вытеснит все эти проекты, все эти сервера, что будет тогда? Вообще, что тогда? Ну вот у кого-то есть вообще предположение насчет всего, то есть лично у меня вообще ничего подобного нету, я смотрю на все это с каким-то ебалом, с таким типа, блять, Сантропе, ты что делаешь? То есть они там открывали свои новые вот эти сервера, открывали, и по итогу вот у них все получилось именно так, сейчас они там КРМП нишу уже занимают, все прочее, и ты типа, блять, серьезно? Это серьезно так работает, и уже такой, работает. В общем-то, похуй. И я был бы счастлив, я был бы рад услышать ваше мнение в комментариях по поводу всего этого. Вытеснит ли Сантропе, РП, вот все вот эти, знаете, прочие сервера, что вообще со всем этим будет? А далее, и что, как это вообще все воспринимать, как к всему этому относиться, и вообще, что нас ждет-то, ебаный в рот, блять. Однако, я с вами не прощаюсь, а геймплей данного видеоролика был заснят на проекте Arizona RP, сервере Феникс. В описании есть мой никнейм Данте Коннор, в описании есть ссылочка на мой телеграм-канал, в котором уже более 500 участников. Заходите, подписывайтесь, заходите в чат, общайтесь по поводу Arizona Mobile, общайтесь по поводу политических тем всяких разных, там и всего прочего. А всем спасибо, всем пока и до свидания.